встречайте, творческая делегация города Архангельска! Сильными духом и мудростью. Бескрайние просторы Поморья с давних пор обживал и осваивал мужественный и свободолюбивый народ. Богатства свои открывал север тем, кто превозмог терпением и старанием морскую стихию и необъятные дали, кто проявил характер, выдержку и упорство в кораблестроении и промысле рыбацком, в лесном деле и солеваренье, добычи дегтя, жемчуга, руды, камней драгоценных. Как говорится, дел не переделать, работ не переработать, всем хватит, а потому славятся в веках высокочтимые многострадальные Соловки. Аргополь Белокаменный, торговый Сольвычегодск, досточтимые Вельск и Холмогоры, бескрайняя тундра большеземельская, заповедное Инежье. Многие иные уделы собрал круг себя Архангельск, первый город Северной области, как в прежние времена, так и в наши дни. Трудом своим и ратным подвигом берегли Помору землю русскую, наше отечество, границы его державные, по отцовскому завету, испокон веков и до сей поры. На защиту от ворога поднимались от мала до велика, не щадя живота своего, ради дома, края родимого, отечества. Российского повелеваем воеводам и начальным уездным людям выслать на Белое море в Нюхчу и Повенец
до 2000 крестьянских подвод с будущей прибавкой из Кими, Сумского посада, Усть-Онежского погоста, Каргополя, города Архангельского, а также Соловецкого монастыря, доставить к месту работ для дорожного устройства еще пополнение, дабы известным путем та дорога стала способнее для кораблей русских к намеченному плану стратегии для обороны Отечества, для укрепления силы и могущества государства российского. Старанием, потом, кровью, народным усердием. Камни землю стяжали киртами да лопатами. Комаров и мошки кормили всеношно. Стояли насмерть под криком и окриком гвардейским. А сударева та дороженька сквозь леса вековые прорублена, тяжким грузом измерена, на крестьянских плечах, на работных костях точно в срок по указу излажена, чтоб кораблям русским, первопроходным, где речным путем, где обманным волоком сквозь мхи и гати болотные дойти до моря, до самой Балтики. Там заслон супостату заморскому поставлен был. Благодарна дороге государевой. Победа над шведом одержана. Взвился триколор над городом-крепостью, что столицей России станется. 310 лет с той поры прошел. Нам урок один старопамятный. Наш народ могуч. Среди бед и туч, что неслись над Россией угрозою, мы и в ратном труде, и в суровом бою обретаем успех, если вместе мы. Укрепится дух, если с нами Бог, если мудрость отцов мы не предали, коль народ един, он непобедим. Нам о том наши предки поведали. С времен Петра мы били шведа, итог побед высокий брос. Всегда воюет до победы России северный форпост. Истяк Андреевский был с нами, когда штормил девятый вал, и триколор России знамя Архангельск первым поднимал. Как взовьется флаг, за собой ведет на большие дела.
Крыма на подвиги и в суровый, военный, тяжелый час, и на мирной земле, и в день торжественный. Словно крепость и неприступность ледовых айсбергов его белое полотно, словно синь небес и моря мудрость вековечная, а красный цвет — особый завет, пролитая кровь за любовь к родной земле, матушке. Флаг российский, крест нательный, молитва праведная, крепили нерушимость силы державной. Песня боевая звала народ русский к великим и славным подвигам, а потому в знаменательный год Отечественной войны россиян с наполеоновским нашествием мы вспоминаем сынов поморских, тех, кто в 1812 году трудом ратным, жизнью своей спасали родину от ворога французского. С победным стремлением за царя, за отечество, под барабанный бой, под песню призывную. Вспомним, братцы, Розов славу, и пойдем врагов России защитить свою державу. Лучше смерть, чем братцы жить, защитить свою державу. Лучше смерть, чем братцы жить. Эй, вперед, вперед, ребята, с Богом, верой лишь тыком. Вера нам и верно святы, победим или умрем. Вера нам и верно святы, победим или умрем. Как ты не сюрреалист, зловещий олег, отпустить неразумный казарян. Не слова ленивый, забудь и навек, обрёком меча и ножа. Громче музыка, играй победу, мы победили. И брат бежит, бежит, бежит от царя. Отечество и веру мы громко прянем, дарим кровное. Ура, 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 от царя. Отечество и веру мы громко прянем, дарим кровное. Ура, ура, ура. Скажи, гадя, гадеть не дара, Москва спаленная пожаром, французу отдана, французу отдана. Ведь мы лишь сладки боевые, да гонаря говорят еще какие. Не даром помнит вся Россия, родин Бородина. Не даром помнит вся Россия, родин Бородина. Мы встанем, стой, стой, мы встанем, стой, стой, и все пойдем.
мы пронесем сквозь века с песней могучей, призывной, неистовой, с той, что хранит моряка. Штормы в сражении и в приближении грозных торосов морских, в длительном плавании, в радостной гавани, слышим любимый мотив. Архангельский город, морюшку город, отсюда отплывают корабли во все стороны света. На запад, в Норвегию, на север к новой земле, на Шпицберген, на землю Франца Иосифа. Распахнулись ворота и на восток, проложен великий северный путь. Исследователи-мореходы ступали на такие берега и земли, куда чайца не залетывала, палтус рыба не захаживала. Архангельск стал подлинными воротами в Северный Ледовитый океан. Отсюда стартовали все арктические научно-исследовательские экспедиции. А 80 лет назад на ледокольном пароходе «Семеряков» под командованием Отто Юльевича Шмидта и капитана Владимира Воронина в неимоверно сложных полярных условиях впервые за одну навигацию был проложен и пройден Северный морской путь. Адмирала Кузнецова,
капитана Вадигина, капитана Воронина названы улицы Архангельска. В память об отважных полярниках, исследователях, покорителях морских просторов и великих русских флотоводцев. Наши деды и отцы продолжили традицию отважных мореходов, и на их долю выпали немалые испытания. Возле глыбы каменной проросли камнеломкой веточки радости, будто бы из прошлого в небеса в соловецкой юности паруса. Рота! Стройся! А из дальних, давних лет школа юнг, вопросов нет, шлюпка курсом на рассвет, след, свет прожекторных лучей, бьет в глаза все горячей, жми, курсантик, в ночь и в дождь. Что ж, юнга, звание не фарс, поищи сильнее нас, если есть такой приказ. Раз, два, три. Свой страх гони за сигнальные огни. Там учебка и отбой. Бой на победу славную, скорую, да про жизнь, что с морем поспорила, про судьбу лихую, матросскую, с белою и черною полоскою. Смирно! В этом году исполнилось 70 лет советской и архангельской школам юнг, воспитавшим не одно поколение профессиональных моряков. Юнкаши военных лет стали первыми зуйками пополнения Северного, военно-морского, тралового и торгового флотов. От юнкаша к капитанскому мостику путь настоящего моряка. Вот они, настоящие герои нашего времени, впитавшие суть и соль амурского характера. Бугиев Юрий Александрович, юнга первого набора школы юнг Северного государственного мореходного пароходства, 1942 год, механик, начальник морского вокзала. Неклюдов Валерий Константинович, юнга второго набора школы юнг, 1943 год, капитан дальнего плавания. Земли до земли, море
воинской славы. Имя твое не померкнет в века. Счастье штурвал державы российской в крепких, надежных наших руках. О славе наши древние преданья на крыльях пронеслись через лета. За родину сражались северяне, Архангельск наш, Московий врата. Ему небесами доверено почетное звание носить. Форпоста России на севере всегда быть на страже Руси. Великий город закаленный маяк, Андреевский над нами и голод фашистов силой духа победил. И стар, и млад родной спасали город, а в небесах архангел Михаил ковала нам красная кузница победу рабочей рукой и вел караваны союзника на северный храбрый конвой. Великий город закаленный маяк, Андреевский над нами река. Архангельск зовем мы по праву, городом воинской славы. Пусть день победы ярче светит солнце, и вновь пройдут по площади родной фронтами и архангелогородцы, и дети, опаленные войной, листая страницы истории, склонимся пред павшими мы.